у Кадырова в Арабских Эмиратах заблокировали на счетах 350 миллионов долларов. Блин, а ничего после... так, предложение, да, 350 миллионов долларов лучше забыть. Вот, вот люди живут. Сагит Паша и Кадыровы были друзьями много лет и потом поссорились. Сагит Паша помог... Будьте осторожнее. Всегда очищайте свои YouTube, там, историю свою. Или лучше поставьте в настройках, чтобы вообще YouTube история не сохранялась. Салам алейкум, брат, для тебя и кто слышит, важная инфа. У Кадырова в Арабских Эмиратах в декабре 2019 по запросу ФБР заблокировали на счетах 350 миллионов долларов, а после этого в Ливане перехватили еще 250 миллионов. Кадыров был в панике и не поехал на послание ВВП. Сейчас сидит в ТВ с опухшим лицом и мешками под глазами. Ва алейкум ассалам рахматулла. Если эта новость и правда, ну про поводу Ливана мы знаем, что правда, насчет арестованного счета в 350 миллионов, этого я не слышал. Если это правда, мы просто в восторге от этой новости. Я очень благодарен вот тому, тому человеку в ФБР, кто вот подписал этот, этот указ или как там, я не знаю, что это, предписание. Я ему очень благодарен. Я бы даже с удовольствием эти 350 миллионов долларов и вот ему бы отдал. Я тоже слышал про заблокированные деньги в Абу-Дабском банке и что Кадыров летал на разборки к местным властям, на что они сказали, что лучше ему забыть про них. По всей видимости, команда ментов из РУС поэтому и заняла четвертое место позавчера в Эмиратах. Мартынов получил пинка под свой альфовский, свой альфонский, говорит зад. Уже ничего так, предложение, да, 350 миллионов долларов лучше забыть. Вот, вот люди живут. Забудьте 350 миллионов долларов. Круто, интернет зло. Зубы заговаривать не удалось, 350 лям потерян. Говорит, я очень на это надеюсь. Буду рад, если Кадыров потеряет эти деньги. Машаллах, это будет такая хорошая новость для нас. Вот бы хоть часть этих денег вернуть в республику, да? Куда в республику? Кадырову, что ли, обратно вернуть? Нет. Нет, я предпочту, чтобы они ушли в ФБР, чем они вернутся к Кадырову. Благо бабки имеются. Читал в одном из телеграм-каналов список чиновников России с иностранным гражданством и видом на жительство. Так вот, Рамзик был в списке, у него виза ОАЭ, которая дается только если у тебя бизнес в ОАЭ в Эмиратах. Недвижимость или ты студент? В Дубае, говорят, у него вилла на Пальмовом острове. Да, у него там, но он снимает там виллу на Пальмовом острове. Я даже видел это место, ну, я в этот комплекс, где у него вилла на Пальме. В 2015 году я был в Дубае и катался по этому острову. Насколько я знаю, он его арендует круглогодично, по-моему, потому что покупать там, по-моему, нельзя виллы. Но это не исключено, конечно, что у него там будут и квартиры, и недвижимость, конечно, у него там будет. Но я имею в виду, именно эта вилла, скорее всего, арендуется. Аух, салам алейкум. Тумсо, про смерть Мансура Старого. Он критиковал Сагит Пашу, мэра Хасавюрта, который в 99 году заблокировал трассу Масхадова, когда он ехал на переговоры к Путину через Махачкалу, и переговоры сорвались. Благодаря Сагит Паше началась вторая война, и погибли сотни тысяч чеченцев. Продолжение дальше. Сагит Паша и Кадыровы были друзьями много лет и потом поссорились. Сагит Паша помог Кадыровым так же, как и Ямадаев. И после этого они стали врагами. А еще Кадырова взорвал чеченец из Ауховского района, из села Чапаевка. Аух – это кость в горле Кадырова и сердце Чечении. Каждый раз, когда смотрю твой эфир, представляю, как в это же время этот же эфир смотрит грустный Ислам Кадыров и думает, ну вот, и зачем я его на дороге тогда остановил? Он скорее думает, зачем я его отпустил. Наверное, вот о чем он жалеет, действительно. Дин Чичен, бисмилля. Баракаллаху фик, Дин Чичен. Джазакаллаху хайран. Кстати, хотел вам еще сделать одно напоминание. Сколько, я даже делал отдельный ролик на эту тему, но, к сожалению, я вижу, что постоянно нужно об этом напоминать. Это фейки на мой телеграм-канал. Я вчера разговаривал с человеком, кто, баракаллаху фик, ему, он сделал мне напоминание на эту тему. Я, к сожалению,
Продолжаю получать информацию о том, что люди попадаются на эти уловки. Очень много молодежи в республике забирают, и это даже уже называется по делу Тумсо. Вы представляете, они уже дали даже название таким вот людям. Привозят людей, сажают, и у них есть отдельная вот группа, отдельный подвал, там отдельная камера. Это те, кого привезли по делу Тумсо. Что значит дело Тумсо? Это значит, что он на меня подписан, он где-то меня лайкает, он где-то меня комментирует позитивно. Он отправляет мне какие-то сообщения или файлы и так далее. И вычисляют они это благодаря вот этим вот фейковым страницам в Телеграме в том числе. Конечно же, это и история просмотров в браузере там, и так далее. Эти все моменты тоже присутствуют. Но самое обидное, это когда наши ребята попадаются вот на этот фейк. Но обращайте на это внимание, смотрите на это. Имейте в виду, что у меня сегодня уже свыше 18 тысяч подписчиков на моем канале в Телеграме. Это как бы самое первое, на что вы должны обратить внимание. Если вы зашли на канал в Телеграме Абу Саддам Шишани, и у него всего лишь там 1000 там, или меньше, или чуть больше подписчиков, это уже понятно, что что-то здесь не так. Обратите на это внимание. Ладно, вы там не заметите лишнюю букву, что-то там, они же как сделали? Они сделали этот канал Абу Саддам Шишани с двумя М. И да, вы можете не обратить на это внимание с первого раза. Там точно такая же Ава, как у меня, все то же самое. Он полностью копирует все то, что все те публикации, которые я делаю. Поэтому на это вы можете не обратить внимания, но на подписчиков обращайте внимание. Если там мало подписчиков, это первое, на что вы должны обратить внимание, это подозрительно. Далее уже с этого канала переходят на бот обратной связи, это уже его бот обратной связи. Скидывают ему какую-то информацию, тот, значит, отвечает, типа, это я, скидывает какую-то ссылку, мол, перейди на эту ссылку, там, чтобы я что-то мог, что-то такое он там пишет. Переходят на эту ссылку и скидывают свои геоданные, по сути, где они находятся, свои там номера телефонов и так далее. Да имейте в виду, я вам никаких ссылок никогда скидывать не буду. Даже если я вам отвечу на какое-то ваше сообщение, это не будет ссылка, по которой вы должны перейти. Ну, не считая тех случаев, когда мне пишут, например, Тумсо, ты не мог бы скинуть ссылку на свой канал? Там, действительно, я скидываю ссылку на свой канал, к примеру. Это вот исключительные случаи, когда я скидываю ссылки. Но опять-таки, это бывает телеграмовская просто ссылка с собачкой, а не ссылка на какой-то непонятный ресурс. Будьте осторожнее. Всегда очищайте свои YouTube там историю свою, или лучше поставьте в настройках, чтобы вообще YouTube история не сохранялась. Или, я не знаю, если вы смотрите что-то, пишите там какие-нибудь негативные комментарии в мой адрес, чтобы в случае чего вы могли сказать, да, я ненавижу его, вот я, видите, ему писал там. Что-то такое как-то придумывайте, обращайте на это внимание. Я еще раз убедительно вас всех прошу. Я теперь чаще, наверное, буду об этом напоминать. У меня на моем канале есть отдельный ролик на эту тему про про эти фейковые каналы. Смотрите его, будьте бдительны. Не попадайтесь по делу Тумсо, я вас очень прошу. Вчера мне просто рассказывали, да, все то, что там делают, как они издеваются, как они пытают. Просто очень жалко, что, по сути, ни на чем из-за своей же какой-то невнимательности вы попадаетесь. Будьте внимательны. По подписчикам небезопасно определять твой канал или нет. Могут в один накрутить, сколько же подписчиков, как у тебя, пусть переходят по ссылке в описании твоего видео. Но это в целом, понятно, что можно сделать все, что угодно, но пока ничего не сделано, и там мало подписчиков. И это как бы первое, на что сразу же можно обратить внимание, чтобы хотя бы усомниться, что-то здесь не так. А так просто у многих не работает ссылка, допустим, у жителей России ссылка не работает, они не могут по ссылке переходить. Делай как Дима Камикадзе, под каждым роликом размещай ссылки и текст про своих фейков и важные темы, еще и первым комментарием, прикрепленным под своим же видео. У тебя же есть модеры, пусть напоминают тебе про такие вещи, как Таксель-пилот.